эфире «Вопрос дня». Ведем его сегодня для вас. Виолетта Ганина и Лидия Салкуцан. Здравствуйте. Сегодня утром в Бендерах произошла страшная авария. Машина протаранила остановку. Пострадали люди. Один человек погиб, трое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом событии сегодня говорят все. Мы обсудим эту ситуацию в студии. У нас в гостях главный инспектор по агитации и пропаганде управления ГАИ МВД ПМР Вадим Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, известно, что эта страшная авария произошла в Бендерах на улице Кишиневской. Машина управляла девушка, девушке 20 лет. Просто протаранила остановку, стояли люди. И один мужчина погиб, его зажало машиной и к забору прижало. Трое в больнице, прооперированы, состояние, конечно, тяжелое. Погибшему мужчине был 61 год. Вот две женщины, которые пострадали в больнице, 49 лет, 71 год, и мужчине 50 лет. На место сразу выехали спасатели, да, скорая, ну, все службы, которые должны как раз-таки принимать участие в спасении людей, да, в таких ситуациях. Есть уже результаты экспертиз, почему так получилось? Потому что мы знаем, что известно, что девушка, она была в трезвом состоянии, да, то есть не выпившая, ничего. Девушка действительно управляла транспортным средством, стаж управления менее года, то есть опыта управления за рулем у нее недостаточно для того, чтобы вести транспортное средство. Пока говорить рано о причинах аварии, то есть в этом разберется следствие, будет назначен ряд автотехнических экспертиз, но, тем не менее, по характеру повреждения, по видео, имеющимся в нашем распоряжении, видно, что скорость была немалая, транспортного средства. Ехала быстро. Примерная скорость какая? Даже не могу сказать точно, но я думаю, что от 80 до 100. Ехала, дорога была мокрая, скользкая, и перед нами, не помню, отъезжала от юга машина 7-го, либо она выезжала вот со двора вниз. Угу. Начала выезжать машина, я начала сбавлять скорость, ну, давить на тормоз. Все на панике, конечно, я на панике, молодой человек на панике. И он как бы говорит, ну, я держу вот так руль, и он говорит, что мы, ну, впереди машина, так не гони, типа. Угу. И он повел рукой руль, угу. И получается, все, вот. И услышали крики женщин, все, это уже стресс, я уже поняла, что мы сбили этих людей. Скажите, а часто ли молодые водители становятся, ну, причиной ДТП? Если мы учитываем, допустим, механические дорожно-транспортные происшествия, где не пострадали люди, то 7% от общего количества – это по вине водителей, которые стаж управления составляет менее 3 лет. Не такой уж большой, да? Что говорить о тех ДТП, в которых все-таки есть телесные повреждения, таких 15% от общего количества дорожно-транспортных происшествий. Но есть случаи, когда вот в начале года по вине участника дорожного движения водителя, в данном случае, который стаж был менее года, совершил наезд на пешехода на пешеходном регулируемом пешеходном переходе. Пешеходный переход был освещен, но тем не менее водитель отвлекся от управления и совершил наезд на пешехода. Пешеход, полученный травм, скончался. Как говорит статистика, и водители со стажем управления также совершают дорожно-транспортные происшествия. Их значительно больше, чем молодых водителей. Но, тем не менее, основная, мы считаем, причина – это все-таки отвлечение от управления транспортным средством, независимо от стажа. Пассажир, которому принадлежит машина, да, 23-летний молодой человек, как известно, он был в нетрезвом состоянии, выпивший был. Приехала на Верхнюю Прагу на БАМ на такси, встретила их с компанией, потом уже как бы там… Что делала компания? Они выпивали. Прошло какое-то время, уже нужно было ехать по домам. Я села за руль, конечно, потому что молодой человек был в алкогольном опьянении. И вот мы начали ехать по этой дороге, на которой произошло ДТП. Ругались. Это могло стать причиной того, что вот скорость высокая, скользкая дорога? Ну, я не сказал бы, что сильно было. Влажное покрытие было, чуть-чуть моросил, mm-hmm. дождь. То есть, учитывая скорость движения, естественно, что торможение, тормозной путь значительно увеличивается. Но в данном случае пока не приходится об этом говорить. То есть, перед данным автомобилем, девушка управляла автомобилем, она старалась избежать столкновения перед идущим транспортным средством, выехала на полосу встречного движения, совершила наезд на дерево и затем на остановку. Ну, получается, автомобиль развернул на 180 градусов. И по инерции он задел пассажиров. Территориальный отдел ГАИ обращался еще в прошлом году в адрес госадминистрации
установки на данном участке дороги искусственной неровности. То есть лежачий полицейский? Ну, как в народе его называют. Угу. На наш взгляд, это бы все-таки снизило скоростной режим на данном участке дороги, ну и предотвратило дорожно-транспортное происшествие, учитывая, что там находятся пешеходные переходы, недалеко школа, недалеко детский сад. Ну, пока этот вопрос остается открытым. А да? Что ответили в госадминистрации Бендер год назад? По мнению госадминистрации, учитывая мнение определенных жителей ближайших, в том числе, домов, данные искусственные неровности могут вызвать шумовую загрязненность и привести к дискомфорту граждан. Это вот так ответили в госадминистрации Бендер. Какова у нас вообще статистика? Много ли аварий, когда люди попадают под колеса? За первый квартал действительно у нас снижение аварийности на дорогах республики. На 10% снизилась аварийность, но телесные повреждения, степень тяжести телесных повреждений, наоборот, увеличилась. То есть за три месяца первого квартала у нас в авариях погибло 4 человека. С учетом сегодняшней аварии уже погибло 5 человек. То есть действительно основные в авариях попадают и гибнут не только водители транспортных средств, и пешеходы, и велосипедисты. В основном вина, конечно, 82% вины дорожно-транспортных происшествий происходит по вине водителей транспортных средств. Но есть факты, когда по вине велосипедистов происходят аварии. Есть факты, когда даже по вине пассажира произошел дорожно-транспортное происшествие, где пострадал пассажир. Вот вы говорите о том, что снизилось количество ДТП, а вот мы смотрим по ситуации, и кажется, как будто их стало больше. Ну, может быть, конечно, нет, статистика упрямая вещь, спорить с ней не будем, но вот накануне в Кицканах была авария, двое подростков 16-летних ехали на мопеде, и их буквально снесла машина, которая ехала по дороге. И оба были юноши без защитных шлемов, у того, кто управлял мопедом, сотрясение мозга в итоге и растяжение связок мышц шеи. А у пассажира закрытая черепно-мозговая травма. Оба молодых человека в отделении челюстно-лицевой хирургии РКБ. Почему так произошло? Кто виноват в этой ситуации? Уже есть какая-то ясность? Я вам больше скажу. Это не первый случай, когда в ДТП у нас попадают дети. И попадают дети, управляемые мопедами. Недавно был случай, когда в Рыбинском районе также ребенок, управляемый мопедом, столкнулся с тем же мопедистом, который тоже являлся ребенком, пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. В результате аварии пострадали трое детей. То есть, действительно, на эту проблему надо обращать, наверное, внимание и родителям данных детей. Хорошо, что ребята остались живы. Но там же в Кицканах и очередной мопедист, если можно так сказать, да, уже взрослый, 52 лет, выпил и сел на этот же мопед. И тоже попал в аварию. Вот ему кто доктор? Кто за ним должен смотреть и говорить ему... Что ж ты делаешь? Что ты нарушаешь? Это же уголовное, уже наказуемое деяние. Прежде всего, водители должны понимать двухколесного транспортного средства, что они, ну, кроме шлема, не защищены ничем. То есть, если водитель защищен какой-то конструкцией автомобиля, то понятно, что и удержать мопед на дороге в случае резкого изменения маневра такого-то будет сложно. Поэтому допустить падение будет гораздо проще, чем автомобиле совершить какой-то дорожный транспорт. Ну, вот ужесточили наказание, да, для водителей, которые в нетрезвом состоянии садятся за руль. Есть результаты в этом? Меньше их стало? Если раньше мы вот анализировали, допустим, еженедельно подавали статистику, да, у нас выявляли сотрудники госавтоинспекции порядка 50-60 водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии, то на сегодняшний день... Это 50-60 в сутки? Это в рейд? В неделю. В неделю. Да. У меня уже сердце ёкнуло. Общая такая статистика. Если сейчас вот приводить статистику, то у нас действительно в этом показателе снижение, потому что где-то порядка 10-15 водителей, сотрудники госавтоинспекции еженедельно выявляют случаи при управлении автомобилем либо мопедом в нетрезвом состоянии. На дорогах вдвойне опасно, если за рулем человек, который купил права. Ну, это все знают, да, не учился, не ходил, кажется, не учился водить, не знает правил дорожного движения, права купил. И почему об этом заговорили? Потому что была раскрыта крупная коррупционная такая схема МРЭО. Большое спасибо милиции за то, что предоставили всю эту информацию, придали ее огласке, мы об этом рассказали. 11 лет строгого режима и штраф 1 000 000 рублей. Вот такой приговор вынесли
бывшему инспектору Александру Внученко. В 2021 году Внученко выдавал права за взятку, при этом водители не учились, не сдавали экзамены. И в деле еще фигурирует супруга Внученко. Тогда она работала инспектором, сейчас в бегах и розыске. Остальные фигуранты аферы уже получили обвинительные приговоры. Всего более 50 уголовных дел и 12 фигурантов. Это работники автошкол, инспектор МРЭО, Тирасполя, Слободей. Там группировка целая. Таксы были от 150 до 800 долларов. Работники автошколы себе оставляли процент. Большая часть суммы уходила как раз в МРЭО. Главным в деле был, конечно, инспектор Александр Внученко. Он организовал эту схему, лично получил больше 10 взяток, а всего в ходе следствия доказали больше 50 фактов коррупции. Вот такие водители ездят по дорогам. Вот что делать? Такой абсолютно будет обывательский вопрос. Вот те, кто ездит сейчас с купленными правами, их как-то можно отозвать, чтобы они не представляли угрозу, когда выезжают по дорогам. А их, как-то наверное, можно вычислить? Отозвали, конечно. Там, можно же как-то понять по уголовным делам? У нас такой информации нету по тем водителям, которые все-таки там законно, незаконно получили водительское удостоверение. Mm-hmm. Это как бы не нам решать, и специальные службы, это Следственный комитет. Mm-hmm. Мы провели онлайн-тестирование на знание правил дорожного движения. Та категория участников дорожного движения, допустим, которая стаж управления у которых свыше 3 лет, они ответили на наши тесты, 38,9% ответили верно на тестирование заданных. Те участники дорожного движения, которые получили водительское удостоверение менее 3 лет, да, то есть они ответили где-то порядка 42%. Ну, правильно, еще свежие знания, да, те по идее, водители по сути транспортных средств, да, которые получили водительское удостоверение со стажем менее года, они ответили чуть более 52%. Вот, потому что то еще все помнят. Это, ну, те, говорит, кто действительно это учился. Говорит о том, что все-таки подготовка, она на должном уровне. То есть они не потеряли этих навыков. Кто-то не умеет ездить, а кто-то не умеет парковаться. И наша съемочная отправилась в рейд с милицией как раз вот по таким нарушителям. Один из примеров мы показали в сюжете, как BMW припарковался практически возле подъезда. В самом подъезде уже практически. Да, вот въехал сейчас, угу, вы видите эти кадры. Водителя оштрафовали, у него было много претензий и к милиции, и к съемочной. Нас, если честно, возмутило откровенное хамство этого человека. Давайте посмотрим, как это было. Вы на приколе или что? А потому что мы на приколе. Суд? Вы что, без моего права снимать? Вы что делаете? Нормально выбираем выражение. Я тебе еще раз говорю, выбираем выражение. Куча людей. Вот нарушение. В чем проблема? Вы что, на приколе? Ну, это вообще, это... Тут даже комментировать не хочется, ведет себя нагло. Хотя мы знаем, что у этого водителя тысячи на тысячи рублей штрафов уже накоплено. И, видимо, не помогает. Я не знаю, может, как-то надо жестче этот вопрос решать. К сожалению, да, такие действительно есть случаи. Мы реагируем на каждое обращение граждан, выезжаем, документируем данные факты. Хочу сказать, что парковка ближе 1 метра у подъездов, пандусов запрещена. Штраф предусмотрен, административная ответственность. Это тоже недавно изменение в законодательстве, которое все-таки направлено на таких водителей, которые паркуют и думают только о своей выгоде, думают о своем удобстве. Теперь, что касается парковки под знак 327, остановка, и запрещена, то есть дополнительно будет использоваться таблички эвакуации транспортных средств. И те водители, которые паркуют транспортные средства, будут с нарушением требований правил дорожного движения, будут эвакуироваться специальными службами на платную стоянку. Поэтому и потом будут оплачивать и эвакуатор, и платную стоянку. Аварии были, есть и, наверное, будут. Никуда от них не деться. Вот у нас есть камеры безопасного города. Они как бы по сути были установлены для того, чтобы, ну, сократить количество нарушений аварий. Все равно попадешься, придет тебе письмо счастья, ты его увидишь. В любом случае. А вот есть результат от этих камер? Или это, ну, хороший способ пополнить бюджет города, бюджет страны? Но они помогают? Есть камеры, результат? Камеры, естественно, что помогают. Они помогают не только при выявлении и пресечении правонарушений, они помогают и в спорных ситуациях, в случае возникновения дорожно-транспортных происшествий и ДТП. Когда происходит ДТП, есть вероятность, да,
для того, чтобы установить истину, конкретную истину по данному, по данной аварии, то, естественно, камеры к нам приходят на помощь. А может, есть смысл для вот таких злостных нарушителей, которых ничего не останавливает, которые вот на тысячи накопят этих штрафов и ничего их не останавливает, все равно нарушают, может, для таких, скажем так, недобросовестных водителей вводить действительно систему, бальную систему штрафов, когда накопится определенные, и лишать и дальше прав. Вот президент предложил такую систему. Может, и правда ее нужно уже вводить? Пришло время. Насколько мне известно, это уже инициатива находится в Верховном Совете. Просто есть определенный алгоритм действий, есть определенные сложности в организации данного, ну, и приведения в действие данной системы. Поэтому над этим работают специалисты. Мы, в свою очередь, конечно, поддерживаем положительно. Это как в советское время, помните, когда проколы были, помните? Водительских удостоверений. Ну что ж, пришло время задать вопрос дня. Мы подведем итог. Что нужно сделать для того, чтобы изменить ситуацию на дорогах? И на ответ всего 30 секунд. Прежде всего, надо начать с себя. Начать с каждого участника дорожного движения. Потому что у нас показывает практика, что все-таки пренебрежение правилам дорожного движения приводит к аварийным ситуациям. Где они пренебрегают, где отвлекаются и тем самым не соблюдают требования дорожных знаков, требования дорожной разметки. И культура поведения должна быть на высшем уровне. То есть мы независимо от того, каким видом транспорта управляем, какой марки, модели, мы должны все-таки помнить о том, что культура поведения на дорогах все-таки спасет нас от дорожно-транспортных происшествий. Спасибо вам большое. Спасибо. Представьте ситуацию. Вы приболели, чувствуете себя не очень хорошо, но кажется, что день-два и все пройдет. Ну, только вот голова болит. Неделю, две, потом температура, потом что-то, состояние ухудшается, память, с речью начинаются проблемы. А потом вы просто теряете сознание, попадаете в реанимацию. И врачи ставят вам страшный диагноз – энцефалит. Вот примерно такая ситуация была с Татьяной, 29-летней девушкой, матерью двоих детей. И сейчас Татьяне очень нужна помощь на лечение. Компания Интернестерком выделила номер, короткий номер 818, сейчас он у вас на экранах. Отправив слова поддержки на этот номер, вы 7 рублей перечисляете на счет Татьяны, на помощь ей. И сейчас с нами на связи Татьяна, ее мама рядом. Мы так понимаем, что вы, Мария Васильевна, в качестве поддержки. И с нами на связи Татьяна и Мария Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы столкнулись с этой страшной болезнью, энцефалит, в апреле прошлого года. Как это было? Да, это было неожиданно для нас, конечно. Человек просто выпал из жизни, она постоянно спала, не кушала. Муж заподозрил, что что-то с ней не так. И мы начали вызывать скорую. Было выходной, 2 мая. Мы вызвали скорую, и скорая нас забрала в лечгородок. В лечгородке нас определили в наше психиатрическое отделение, и она там пролежала 4 дня. То есть врачи сначала не разобрались, думали, что проблема именно по психиатрии? Да, они подумали, что она наелась таблеток. У нее были не такие непонятные ответы, она не узнавала, свекровь пришла, она сказала, что я не знаю эту женщину. Как бы они начали там задавать вопросы, дотроньтесь до носа, закройте глаза, она это как бы игнорировала, глаза не может закрыть, рукой только одной подняла, уже правая сторона уже как в виде паралича. Они сделали КТ 4 часа, и она позвонила Юле и сказала, что есть очаги, очаги в мозгу, там около 5 очагов. Но они не рак, там, не опухоль, а именно вирус. Угу. И на следующий день ей уже делали МРТ. То есть Минздрав выдал нам квоту. И мы по квоте поехали на МРТ. И уже там еще было больше. Ну а когда уже поняли, что происходит, когда установили диагноз, как это было, расскажите. Вот все, уже поняли, что это никак не связано с психиатрией, что это вот такой диагноз. Потом ее перевезли в госпиталь, в неврологию. В пятницу привезли ее, она уже не говорила. Это получается за 4 дня уже полностью, уже речь только плакала. Но еще вставала, как бы пыталась ходить в туалет, там ее водили. Угу. В субботу уже поднималась температура, уже уже было хорошо, уже она не вставала, уже правая сторона, уже паралич пошел.
А что стало причиной? Заведующая сказала, что мы переводим ее в реанимацию, и исход может быть трагичный, как бы, чтобы мы готовили. В общем, и потом началась вот эти вот полтора месяца ада. Была высокая температура под 40 лет, организм не реагировал ни на какие препараты, куча антибиотиков, непонятно от каких болезней, потому что сразу ничего не определили. Анализы не показывали ничего, анализы у нее были нормальные все. Все не понимали, что и как, и что делать вообще. Вы лечились в РКБ, вы лечились в госпитале, лечили. И каковы были результаты? Мы знаем, что вам надо, что вы проходили лечение в Кишиневе. И как раз-таки речь о том, что сейчас лечение это продолжается. Когда мы выписались от больницы, только в июле месяце, мы были в очень тяжелом состоянии. Сейчас, на данный момент, мы более-менее мобильные, мы встаем, мы всех узнаем, у нас, мы в адеквате. Единственный минус в том, что у нас не сгибают руки, мы не ходим. Еще раз, что сейчас? Требуется еще раз, скажите, пропал звук. Что сейчас? Мария Васильевна, еще раз, да. Сейчас как бы у нас не работает тело, не сгибаются руки, не ходят ноги, нам нужно ее поставить на ноги, чтобы она ходила. Потенциал как бы есть. Нам врачи говорят, что она будет ходить, но только нужно заниматься, нужна реабилитация. Это Кишиневская клиника частного порядка. Мы там пробыли 3 курса с ноября, ноябрь, декабрь, январь. У нас в Приднестровье нет у нас реабилитационных никаких ни центров. Есть только несколько человек, ну то 2 человека, я знаю, реабилитологи, которые как бы частного порядка. То есть эти деньги нужны на лечение в частной Кишиневской клинике, верно? Да. На лекарства, на все, что нужно для того, чтобы долечиться. Да, они как бы выставили нам счет этот, и туда входит проживание там и лечение. А уже там еда там и все остальное, это уже за наш счет. Но мы знаем, что последствия вот, да, этой страшной болезни, они как бы, их надо лечить быстро, чтобы ни в коем случае не запускать. Вот вы уже год как лечитесь, да, что говорят врачи, то есть вот эти вот сроки? У нас еще полгода. И дальше будет прогресс, но не будет таким эффективным. То есть если сейчас все успеть собрать деньги на реабилитацию, то Таня сможет вернуться к полноценной нормальной жизни. Да. Да. Ну, мы говорим сейчас о той жизни, для того, ну, как сказать, не прям такой полноценной 90%, как она была, но хотя бы обслуживать себя. Угу. Потому что она будет ходить, она может там что-то кушать в то же время, там, сгибать руку, потому что на данный момент я постоянно сижу рядом с ней, я кормлю, пою, ношу, хожу. Мария Васильевна, мы сейчас хотим показать реквизиты. Вот реквизиты банковских счетов, куда можно отправить деньги, чтобы помочь Татьяне. Банковские счета – это и в Агропромбанке, и в Эксиме, и рубли, леи, доллары, евро, гривна, любая валюта. Плюс можно отправить деньги переводилкой на номер супруги Татьяны 778-623-17 Юрий Слипченко. Тоже на экране вы видите номер телефона, ну и, конечно, СМС, любой, да, любая, кажется, копейка, рубль, 10, 15, 20, да кто сколько может, но если мы все соберемся, если мы все вместе, сплоченно, то, мне можем кажется, спасти конечно, человека. Конечно. У вас 2 дочки, 4 и 9 лет, а как девочки справляются, они с вами сейчас? Нет, они не с нами, они у нас приезжают к нам в пятницу, потому что там старшая в школе, малая в саду, она со свекровью сейчас, они там занимаются на балке. А в пятницу вечером они к нам приезжают, в воскресенье вечером уезжают. Скучаете, наверное, по ним, да? Да. Ну, можете передать привет, кстати, девочкам сейчас. Они хорошие у вас такие. Анечка, Олечка, привет. Татьяна, мы вам, конечно, желаем скорейшего выздоровления. Сделаем, постараемся максимально помочь, что в наших силах. Уверены, что приднестровцы откликнутся.
И сделаем все для того, чтобы вы как можно скорее выздоровели. Мы вам искренне желаем здоровья и постараемся помочь, как только сможем. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Спасибо. И мы еще раз хотим показать банковские счета, куда можно отправить деньги на помощь Татьяне. 29 лет, две девочки, супруг, мама, которая смотрит, ухаживает. И мы можем помочь. Мы можем помочь все вместе. Спасибо вам огромное. Держитесь. Держитесь. Хорошо, спасибо, до свидания. Счастливо, до свидания. К пасхальным праздникам компания «Шериф» дарит всем пенсионерам по 200 рублей. Это уже традиция, и те, кто получает пенсию Приднестровья или России по загранпаспорту, деньги получат вместе с апрельскими выплатами. Тот, кто получает ее на карту, уже некоторые получили эти смс-ки. Тот, кто еще ждет пенсию, получит и пенсию, и эти выплаты. И вот, собственно говоря, так радуют наших пенсионеров. Кто получает пенсию России по внутреннему паспорту, Украины, Белоруссии, смогут забрать 200 рублей в супермаркетах «Шериф». «Шериф» с 22 по 26 апреля с 9 утра до 6 вечера. При себе нужно иметь паспорт, регистрацию в Приднестровье не менее года и пенсионное удостоверение. Компания «Шериф» перечислила на выплаты пенсионерам 30 миллионов рублей. Вот такие хорошие новости. В феврале было тепло, как весной, до плюс 19 градусов поднималась температура, а потом снова стало холодно, ну а сейчас у нас тепло, но ненадолго, говорят синоптики. Что происходит с погодой, сейчас все узнаем. У нас в гостях Виталий Кальвенко, директор Республиканского гидромедцентра. Виталий Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, из плюс 30 градусов тепла и летней жары сразу в дождливую осень. И это все в середине весны. Такой прогноз нас ждет уже завтрашнего дня. Так, Виталий Витальевич? Что там за циклон с Балкан к нам направляется? Очередной. Единственное, что меня не особо устраивает, вы говорите сразу в осень, а я хочу сразу в весну, потому что весна все-таки приятнее. Мы, кстати, жили первая декада даже апреля, у нас была последний раз такой в 1998 году, такой теплый. Поэтому мы вот четверть века спустя опять вот на себе это все ощутили. Я думал, что мы рекорд поставим абсолютный. Вы правильно сказали, что мы 30 градусов поднималась у нас температура воздуха. И в отдельные дни, а их больше 6, мы ставили рекорды за каждый день. То есть в некоторые дни было так тепло, как никогда. Немножко не хватило рекорда на замахнуться на весь месяц. Ну, в общем, сейчас ситуация складывается таким образом, что мы пристально всегда следим за тем, что происходит на юге Франции и в Генуэзском заливе. Оттуда идут циклоны? Нет. Там дело в том, что когда идет вторжение холодной воздушной массы, именно на этот регион провоцирует зарождение циклонов, которые выходят либо на Турцию, либо на нас. Угу. Поэтому для нас очень интересно знать, что кухня нашей погоды зачастую находится именно на северо-западе Италии. Она у нас французская. Да, и юге Франции. Вот сейчас... Итальяно-французская. Да, вот сейчас это все произошло. Угу. Произошло, но мы знаем одну такую народную хорошую приднестровскую примету. Если зацветает сакура, абрикоса, яблоня и прочее, наша благодать начинает в воздухе ароматы. Это значит, это значит, что обязательно пойдут морозы и обязательно что-нибудь такое вот не очень положительное будет. Так ли это? Ожидаем ли мы заморозки? Будет ли снег? В ближайшее время снег. Вон, Румыния снег сегодня, в Питере был снег. Что у нас? Вы знаете, снег, я знаю, бывает и в июне выпадает, даже в Эстонии. Как бы такие случаи были. Да. А что касается нас, мы, конечно, снега не дождемся. И это хорошо. Это хорошо. И сейчас это хорошо. Но ситуация очень щекотливая. В плане того морозок. Заморозков. Угу. Действительно, мы на грани будем заморозков. Правда, не в эту ночь, а начинается следующий. Но там мы ожидаем сейчас прохождения хороших осадков, поэтому заморозки, как бы мы их в уме держим, угу. потому что пока условий нет. Мы угу. надеемся на то, что пройдут сильные дожди. И самый такой день неприятный для заморозков будет на 20 апреля. Угу. То есть здесь небо должно быть раскрытым, и там уже будет видно
будут ли они. Но да, если они и будут, то только на почве и до градусов. Вот, только хотела очень уточнить. Хорошо. Да, на почве ничего, ничего. Ну, смотрите, перейдем. Были прогнозы, что будут дожди до конца апреля. Прямо с сегодняшнего дня будут дожди. Дождики идут. Угу. И сегодняшний день по северу Приднестровья температура воздуха не поднялась выше 10 градусов тепла. Угу. То есть у них такая хорошая весна, не буду говорить осень. А мне все-таки кажется, плюс 10 – это осень. Так. И, в общем, этот фронт холодный потихонечку к нам смещается. Поэтому и дожди будут, да? Дожди мы ожидаем уже вечером поздно. Вот угу. К нам ближе будут они подходить. И завтра ночь и завтрашний день. Будет с дождем. А вот дожди и ожидаемые заморозки на почве для аграриев, как это на них скажется? Вы знаете, одно другое исключает, как правило. То есть, когда у нас хорошие пройдут дожди, то заморозки, как правило, не наблюдаются. Поэтому, дожди, это же хорошо, да, для аграриев. Поэтому мы пока и не штормим на заморозки. Но температура, если дождь не пройдет, угу. К примеру, но мы надеемся, что он пройдет, то тогда точно были бы заморозки. Сейчас завтрашнее утро уже покажет. Понижение температуры не обязательно должно быть до заморозков, чтобы были какие-то повреждения. Здесь это связано с выпадением большого или малого количества осадков. И особенно вот в период цветения плюс 3 градуса для некоторых культур уже наносят повреждения. Я не буду уточнять, какие, но, скажем так, есть некоторые обстоятельства. Но еще та температура, которую мы даем по метеостанции, по прогнозу, ее надо еще как бы приводить к каждому хозяйству. То есть у нас есть запросы, к примеру, какая будет погода где-то там на дачном участке, в Незавертайловке или еще где. Угу. В зависимости от того, где находится эта территория, низина, болотистая или понятно. Гористая, это все тоже вот очень СМИ много. Молдовы, в СМИ пишут, что в Молдове, например, опасаются, что будут подтопления. Вот они прогнозируют, что из-за дождей, угу. которые прогнозируют синоптики, может Днестр подняться на 80 сантиметров. Это много, это опасно? Это будут наводнения? Вы знаете, вот самое интересное, что у нас поднимется Днестр намного больше. То есть мы сейчас даем прогноз до 2,5 метров поднятия уровня. Как интересно. Сейчас уровень у нас низкий. И если вот от сегодняшнего уровня взять... Давайте возьмем Тирасполь. Да. Если мы поднимаем уровень на 5 метров, то еще затопления не будет. Очень хорошо. То есть нас спасает то, что у нас низкий уровень. Поэтому очень мы хорошо. Тут более-менее спокойны. Но уже сейчас Новоднестровская ГЭС дает большие сбросы. Они порядка 1500 кубов. Поэтому мы очень рассчитываем. И по прогнозу это по-любому будет. Мы даже заранее говорили о том, что поднятие уровня будет. И оно... неминуемо себя, да, угу. проявит в ближайшее время. Ну, давайте еще немножко о хорошем хочется. Все-таки, когда тепло вернется и надолго ли? О хорошем. Да. О хорошем. Тепло обязательно вернется, конечно, но уже на следующей неделе. Ой, как хорошо. Это прекрасная новость. Я уже думала, где-нибудь в мае вернется, придется полмесяца мерзнуть. У нас такая вот, чем мне нравится погода, что в отличие от северных, там, питерских районов, у нас она не такая, вот знаете, скучная. У нас вот эти все понижения, они быстро выходят на то, что все-таки начинает выглядывать солнышко, и погода меняется. Поэтому... Погода будет меняться, это само собой, но настроение и радость должны всегда царить в нашем. Подведем итог, зададим вопрос дня, и сегодня он звучит так. В целом, какой будет остаток весны? Ваши прогнозы? Он будет более-менее благоприятный для сельского хозяйства, что крайне редко мы говорим. Осадки у нас будут выпадать, 2 циклона мы ожидаем выход, один из них, который образуется над нами и выходит дальше, то есть он основную свою деятельность принесет на север европейской территории России. И второй, это в субботу, тоже второй будет циклон. Поэтому для сельского хозяйства все хорошо, ну а для пляжев придется повременить. Пока рановато. Спасибо вам большое. Это был «Вопросы дня». Вели его сегодня для вас Виолетта Ганина, Лидия Салкуцан. Берегите себя, и скоро уже будет тепло.